щоб тільки праведне змоглось. Програму із такою назвою підготували артисти Палацу дитячої та юнацької творчості. Гурток авторської пісні представив виставу «Школярам». Захід пройшов до Дня українського добровольця. Його українці відзначатимуть 14 березня. Постановку бачила і наша Анна Кулькова. Хлопчики і дівчатка із гуртка авторської пісні готуються до виходу. Поки є час, артисти завершують репетицію. Розповідають, до Дня українського добровольця підготували музично-поетичну програму. На сцені прозвучать пісні та вірші на слова відомих поетів. Всі вони про війну та життя поза фронтом. Те, що ми сьогодні покажемо, це така велика, глибока, серйозна історія о том, что война – это плохо, а мир – это хорошо. Мы взяли такой момент, который однозначно объединяет всех. Это любовь к родине, чувство долга, достоинство, честь граждан нашей страны. И вот музично-поэтичная программа начинается. Мы будем брати, и для нас будет щирым повітря свободы. Артисти заспівали композицію українського барда Віктора Байрака. В репертуарі театру також є пісні запорізьких поетів. Ходить поруч юність з мудрістю, стежку мірею однакову. А це балада про мудрість і юність на вірші запорізької поетеси Марини Брацило. Вона свого часу займалась в першому складі гуртка авторської пісні. Зараз баладу виконує Дар'я Суровикіна. Дівчинка навчається тут понад 7 років. За цей час вивчила багато пісень, але найбільш за все її вразила композиція Марини Брацило. Нельзя закидывать прошлое в угоду будущему, потому что то, что ты уже пережил, настолько важно для тебя, что нельзя терять это, нельзя растерять эти воспоминания и знания. Каждый выбирает для себя. Також на сцені виступив Михайло Равіч. Хлопець займається в гуртку авторської пісні з 4 років. Впевнений, музика допоможе змінити світ на краще. Хочу, щоб люди дивилися на світ через музику, щоб вони осознавали світ як музику і щоб стремились до чогось кращого, розвивати себе, розвивати остальний світ. Разом із дітьми виступали на сцені і дорослі. Український кіборг В'ячеслав Зайцев у складі 79-ї бригади захищав Донецький аеропорт. Про свою службу в АТО розповів глядачам. Ми зрушуємо майбутніх громадян, а громадянин – це не просто населення. Громадянин, перш за все, це відповідальна людина, відповідальна не тільки перед собою, перед своєю родиною, перед своєю країною. Музика лунала зі сцени палацу протягом години. Учасники кажуть, цією постановкою хотіли навчити дітей любити Україну та цінувати мир. Анна Кулькова, Віталій Швець, телеканал Z. В нашій студії Олена Алексєєва, керівниця гуртка авторської пісні міського палацу дитячої та юнацької творчості. Вітаю вас, пані Олено. Чи часто подібні заходи влаштовуєте? До кожного свята чи як? Ну, по-всякому виходить, тому що у нас на самом деле ребята наші. Очень большой репертуар у них, самый разный. Вот эта программа, она была сделана почти год назад. Мы ее в таком составе, она такая мобильная. То есть ее можно показывать на любой площадке, она не привязана ни к освещению особому, ни к каким-то декорациям. Потом она состоит из песен и стихов, она соединена общей канвой, но каждый из этих номеров, они могут быть отдельно взяты, они могут быть кусочками взяты. И поэтому такая особая мобильность у нее. Вот сейчас мы показали как бы полностью, она 40 минут занимает, это такая одна актовка театральная, в общем-то, я бы назвала это больше, наверное, литературно-музыкальная композиция все-таки. Ребята поют и читают очень серьезные стихи и песни, может быть, даже кто-то подумал бы, если бы узнал, какие именно, что такого возраста ребята и не могут эти песни как бы осознать, и такие тексты. Но у нас так работа построена в кружке, что с молодых ногтей люди учатся, дети, учатся понимать очень серьезные стихи. Мы работаем с этим. То есть вот как в театре. А як ви працюєте над цим? Ми в сюжеті побачили, що там навіть з 4 років займаються у вас діти. Як можна 4-річну дитину навчити розуміти дорослі вірші? Ну, різні є пісні, є авторські пісні, є якби і на дитячі стихи, звісно. Діло в тому, що авторська пісня – це такий вид іскусства, де
если как определение бы я дала, да, по какому мы работаем принципу, какая у нас концепция нашей работы кружка. Авторская песня – это театр одного актера, где партнером является зритель. То есть выходит человек и делится какой-то, с какими-то своими мыслями. А ведь традиция авторской песни – это какие-то посиделки на кухне в те времена, 60-е, у костра где-то, то есть там, где самым интимным, самым таким важным, самым, ну скажем, неподцензурным могли делиться. И вот разговор глаза в глаза – это эстетика исполнения авторской песни. То есть такая естественность абсолютная. Там не нужен ни какой-то там суперсвет, там, ни какой-то супер... ни подтанцовки, боже сохрани. Хотя, если, допустим, потребуется, мои станцуют, если будет нужно. И универсальные выхованцы. Конечно, мы стараемся. То есть у нас идет набор театральных предметов. И вот когда к нам приходят ребята в кружок, они приходят, могут приходить с 6 лет. Миша Равич – это у нас такой уникум. Просто его мама, я открою секрет, кстати, он в этой студии неоднократно выступал в свое время. Я открою секрет, его мама, она художник по костюмам в театре «Поэтическая песня», которым я руковожу. И Миша, когда родился, мы как бы вот, я его так уже в полмесяца уже держала на руках, и потом, когда ему исполнилось 4 года, я задала вопрос, а вдруг у него есть слух? Оказалось, есть слух. И мы стали пробовать. Тогда еще кружка во Дворце детского и мужского творчества не было. Мы занимались студией авторской песни в университете, вот там, где Марина Брацила, о которой уже упоминалось. Но там были более взрослые дети. А мы с Мишей начали через авторскую песню играть. Играть. Он рисовал какие-то рисунки на тему каких-то песен. Мы придумывали творческие задачи. Ну, это совершенно актерский подход. То есть выстраивали, ну, и понятно, он эти слова не знал какое-то время, сквозное действие и так далее, сверхзадачи, все как в театре. Вот. Ну, а потом уже, когда появилась возможность заниматься во Дворце детского и юношеского творчества, он был у нас самый маленький, но самый опытный. А сейчас он действительно самый опытный в свои 14 лет. З шестирічного віку чекаєте на своїх, да, вихованців. Є якийсь кастинг чи берете всіх? Ну, взагалі-то, звісно, краще б, щоб дитина приходила з музикальним слухом. Ми повинні брати всіх, але оскільки у мене форма заняття індивідуальна, ну там по 2-3 чоловіка, групи дуже маленькі, то и небольшое количество времени на каждого ребенка получается. Поэтому учить их петь и складывать нотки, ну вот я бы рекомендовала родителям, кто хотел бы попасть к нам, обратить внимание на музыкальное воспитание, какое? Развитие. Просто петь с детками свои песенки, какие-то дома, что-то просто петь. Чтобы он не ко мне пришел и впервые начал мелодию воспроизводить в 6 лет, а он уже что-то умел. Именно вот хотя бы чуть-чуть, ну, любую песенку. «В траве сидел кузнечик», «Ой, на горе-то женцы жнуть», все что угодно. Просто чтобы он мог что-то спеть. А дальше уже мы будем все делать дальше. И музграмоту, и актерское мастерство, и сценическую речь, и вокал, и сценическая деятельность. У нас много-много предметов интересных. Чи було таке, що приходила дитина без музичного слуху, і що далі робили? Вивчили якось чи відсіювали? Є такі. Ну, как бы, у мене навіть в програмі є така заметочка о том, що якщо чоловік без музикального слуху, взагалі, на самом деле, всі зі слухом. Другое діло, що потрібно дуже багато часу, бажання того, у кого как бы нет слуха, для того, щоб цей слух розвити. То есть у нас бывает так, что, например, вот музыкальнейший человек, ну вот он детонирует, хоть ты убей, и все. Тогда он у нас, задаем вопрос, ты хочешь научиться петь? Тогда уже идет другая работа. Если он говорит, я хочу только играть, он у нас изучает аккомпанементы и аккомпанирует другим детям, или вот даже стихи может просто читать, потому что у нас актерская работа и поэзия тоже, вот песенная поэзия. У нас много хороших стихов, то есть они разно работают. Повертаючись до заходу, який відбувся, про репертуар трішки розкажіть, mm-hmm, будь ласка, який ви обрали і чому саме такий? Тим більше ви казали, що це мобільна така, да, постановка, mm-hmm, але тематика ж має бути якась. Да, одна. Це тематика, посвящена событиям, які відбуваються в нашій країні останні 3 роки. Ми довго, так сказати, думали і підбирались до цієї теми, тому що не хотілося мгновенно одразу як-то вот вистрілювати, тому що повинні були, во-первых, устаканитися наші відчуття, ну як-то вже щось повинно як-то вот було більш чітко прорисуватися тут і тут, з однієї сторони, з іншої сторони,
не хотелось брать песни и стихи такие однодневки, которые, ну, конечно, они происходят вот раз там, грубо говоря, утром в газете, вечером в куплете. У нас все-таки идет упор на поэтическую песню. Поэтому ждали, когда появятся все-таки художественные произведения в этом жанре. Безусловно, мы не могли не использовать те песни, которые были написаны в другие годы, но они по духу, по ситуации, на тему, которая написана была, они подходят. Поэтому у нас здесь и классика. Это Булата Куджава обязательно, Юлий Ким, Сергей Никитин на стихи, Юрия Левитанского, это поэт-фронтовик Второй мировой войны, но Булата Куджава тоже. Это стихи Бориса Чичибабина, харьковского поэта, русскоязычного диссидента, правозащитника, который очень сильно пострадал в советские годы. Это стихи Григория Фальковича, это киевский поэт еврейского происхождения, украиноязычный, лауреат литературной премии международной имени Винниченко, имени Павла Тычины. То есть это вот сегодняшний такой поэт, который вот на украинской мове у нас звучат вірші у цій композиції. Це Фалькович. Це дуже, дуже такі незвичні по формі вірші. І наші хлопці та дівчата дуже так очень осознанно це делають все. І це от те, що сьогодні, в сьогоднішній день вносить в цю програму. Пісні Віті Байрака, дві пісні. Це от вони конкретно написані на тему событий. Це «Я уїду на війну», песня, которую наш старший воспитанник, выпускник Герман Лумпов поет. И еще есть одна песня «Воздух свободы», которая благодаря, в общем, нашему коллективу, она писалась по другому поводу, Виктором, давно. Это, открою опять же секрет, это гимн Украинской лиги «Что, где, когда». «Воздух свободы». Если есть хоть один человек с головой, будет «Воздух свободы», будет «Воздух свободы». Она сейчас легла настолько на эту ситуацию, что сейчас эту песню по всей Украине поют именно вот как. Причем она на двух языках, она идет и на русском, и на украинском в одной песне. Вот она таким хитом стала вот именно в связи с этими событиями. Ну, так. Ваши вихованці пишуть? Кто-то да, кто-то нет. Значит, здесь какая ситуация? Я вижу свою задачу дать им как можно больше разной информации на тему авторской песни и воспитать вкус музыкальный, литературный таким образом. Я знаю, что у меня есть мальчик, который пишет на английском языке. Мы, кстати, это тоже не возбраняем. Какие-то стихи есть. Девочка Дашу мы видели. Даша пишет очень неплохие стихи на русском языке. Вот. Но они как бы все они вот полиязычные. То есть они могут и так, и так. И их это совершенно не смущает и не напрягает. Мне это очень радует. Потому что ну, это на самом деле здорово, когда человек совершенно в разных языковых средах может себя реализовывать. Вы как-то заохочуете вихованцев до написания? Чи, дело можливо, в том, завдання что... якісь такі даєте? Нет, значит, у меня немножко идет программа больше исполнительство авторской песни, как грамотно, как профессионально со сцены исполнять авторскую песню. Но... Це якось особливо потрібно робити. Конечно. Ну, как любая профессия. Конечно. То есть там для того, чтобы это все... Кроме того, что нужно играть и петь, нужно же это же... Не, опять-таки, вот эта естественная манера, на самом деле, это довольно сложно. Чтобы это не напрягало, чтобы какие-то недостатки твои не вылазили, чтобы ты не переиграл, чтобы ты не доиграл, чтобы это было самое то, что нужно. А это все, в общем, строится на актерском мастерстве. Мы изучаем эти вещи серьезно очень. Что касается литературного творчества, у нас есть такая форма работы, раз в год мы проводим на базе городского дворца детского и юношеского творчества фестиваль-мастерскую, всеукраинский фестиваль-мастерская авторской песни «Солнечный зайчик». Название «Ключевое мастерская». Это мастер-классы в течение 3 дней, когда съезжаются ребята со всей Украины. В этом году у нас было 13 городов из 11 областей, включая Донецкую область, освобожденные районы и Львов, и Хмельницкий, весь центр. Больше 100 человек. И у нас есть один из предметов – поэзия, где ребята могут представить свои стихи и песни, получить квалифицированную помощь
и вот, так сказать, какой-то стимул. Потом наши же педагоги, там кроме того, что есть поэзия, есть еще гитарный аккомпанемент, вокал, исполнительское дыхание, микрофонный практикум, основы макияжа, основы организационной работы, история и теория, авторская песня, актерское мастерство. Ну, в общем, много. Дуже різна планова. Очень много, конечно. Но это все направлено на то, чтобы человек вышел и смог спеть одну песню. Ну, понятно, да? И вот, вот наши все педагоги, они очень известные люди, каждый в своей области в Украине. Они все потом с нашими ребятами поддерживают отношения. И если кому-то нужно проконсультироваться по поэзии, они могут всегда списаться, созвониться и получить нужную консультацию. То есть мы выдаем вектор движения. Музично-поетична постановка «Щоб тільки праведне змоглось» вже відлунала. Доки чекаємо на нові ідеї від вихованців гуртка авторської пісні, культурне життя Запоріжжя не стоїть на місці. Чимало заходів ще попереду. Яких саме, знають автори рубрики «Афіша». Їм і слово. В нашій студії Олена Алексєєва, керівниця гуртка авторської пісні міського палацу дитячої та юнацької творчості. Долучайтесь до нашого ефіру, запитуйте нашого експерта про те, що вас цікавить, через соцмережі, пишіть на facebook.com/телеканал Z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Пані Олено, а є серед ваших вихованців вже відомі імена? Ну, опять-таки, відомі, звісні, де? В нашому жанрі. В нашому жанрі. Ну, звісно, звісно. Тому що на самом деле... Педагогическая деятельность, я начала заниматься с 91 года. Вот. И, опять-таки, не я придумала вот такой подход, да, вот, чтобы актерские предметы применить к обучению в авторской песне. Это придумал мой педагог, у которого я оканчивала мастерскую авторской песни, Российская академия театрального искусства, ГИТИС. Был такой, два курса, два набора было. У нас на Украине вот полтора человека с таким образованием. И в свое время я набрала студию авторской песни в Запорожском государственном университете. Вот с тех лет, ну, в общем, ну, вот уже Марину Брацилла упомянули, это был первый набор. Потом из таких ребят, которые просто стали лауреатами на разных фестивалях. Они, это не стало их профессией, но они до сих пор продолжают заниматься авторской песней. Их дети уже поют сейчас. Елена Пономаренко, например, вот она сейчас преподает в машиностроительном институте, в техническом университете. И при этом она активный участник фестивалей различных авторской песни, член жюри фестивалей, ведет мастер-классы и так далее. Анна Гайдук, это тоже у меня первый состав, она сейчас педагог по вокалу. Многие ребята, которые прошли через студию, они потом окончили актерское отделение или стали музыкантами и так далее. Каким-то образом, ну, я еще должна сказать, что из тех, кто прошел студию, был в 97 году создан театр поэтической песни, которым вот я руковожу тоже. И там у нас масса людей, которые уже под эгидой этого коллектива занимали разные призовые места во всех уголках, в общем, не только Украины, и в России, и выезжали и в страны дальнего зарубежья. Это Жан Селезенев, который сейчас у нас музыкальный руководитель. Это и... Можно говорить о... Даже вот я так скажу, что дети наших выпускников студии, они сейчас тоже становятся уже авторами-исполнителями. То есть у нас в первом составе была Наташа Заитова, сейчас ее дочка Олечка Чекалова и вторая дочка Танечка Чекалова. Олечка, она лауреат наших трех «Солнечных зайчиков», автор, студентка музучилища, дирижерское хоровое отделение. То есть, и Танечка Чекалова, она теперь на вокальном отделении учится. Сын мой, который тоже, в общем, с молодых ногтей занимался авторской песней, участвовал у нас и в студии занимался, и потом в театре. Он сейчас профессиональный музыкант, живет в Киеве. То есть, ну, как бы эти вещи, они никуда не деваются. Есть люди, которые вот просто поменяли профессию. Якщо все ж таки людина вирішила пов'язати свою долю із авторською піснею, які вона має перспективи і чи важко пробитися до когорти відомих у цій сфері? Ну, на самом деле авторська пісня – такий демократичний вид достатньо іскусства. Тобто, вот, ну, така ілюзія существує, що можна подойти і там Нікітіна з Сергія Яковлевича там, значить, по плечу стукнути. Хотя на самом деле это разные такие весовые категории, конечно, и мы всегда вот, ну, осознаем, хотя, в общем-то, мы общаемся, мы их всех знаем, великих, да,
мы знакомы с ними, встречаемся, они, кто-то приезжает сюда, мы где-то с ними пересекаемся на фестивалях. Но просто, конечно, те люди, которые до сих пор еще живы, классики, есть Юлий Ким, тот же Сергей Никитин, которого я упомянула, это люди, которые они заложили нам наши основы, и несравнимо выше, конечно, того, что сейчас вот происходит. Но на другом витке, потому что есть более молодые, там Елена Фролова. Если о наших авторах говорить, которые раскручены и стали очень известными, это Леша Бардин, известнейший наш хлопец, который Мелитополь, или сейчас он там Полтава, он сейчас, в общем, везде известен. Поэтому на самом деле все зависит от того, насколько ты активен, насколько ты ездишь по фестивалям, насколько тебя хорошо знают, и, так сказать, ну вот ты сам себя должен... Кто заявить про себя. Да, ну, естественно, качество песен. Песни ж должны быть хорошие, понятно. А чи багато у вас вихованців? Наскільки популярний ваш гурток серед дітей? Чи йдуть вони самі з власної волі? Чи, можливо, батьки приводять? Очень по-разному. Очень по-разному, потому что на самом деле, ну, я ограничена количеством определенным и временем занятий, потому что, ну, так получается, что моя основная работа – это театр поэтической песни все-таки, а здесь я совместитель. Но как бы вот сколько детей приходит, я беру всех, стараюсь, потому что на самом деле, но с другой стороны, это штучная работа. Это, ну, это с каждым нужно, каждому пальчик поставить. Да, это одна с ними працюет. Да. То есть вот эти все предметы, о которых я говорю, они все включены в программу. Я их преподаю все сама. И у меня в любом возрасте, в принципе, может прийти человек. Программа построена таким образом, что можно прийти в 14 лет, можно прийти там и, допустим, в 16, можно прийти в 5, можно в, там, ну не в 5, в 6, там, в 10. И программа построена таким образом, что они все равно впишутся. И они, ну, как бы я буду с ними работать персонально, решать какие-то их проблемы там технические и прочее. Поэтому... Ну, скажем так, мне большого количества не надо, это же не ансамбль песни и пляски. Поэтому, ну, 15 человек у меня по списку. Но таких активных вот на сегодняшний день ребят, которые могут уже выходить на сцену, их, ну, человек 6-7, остальные они на разном уровне, там, кому-то там 7 лет, кому-то, то есть, ну, вот каждый идет по своему году обучения. А дорослому важко навчитися? Все зависит от желания. Взрослым. Да, конечно. У меня в театре поэтической песни, ДК «Титан», конечно, приходят и взрослые. Мы решаем какие-то проблемы. Главное, чтобы было желание. Это как в любом деле. Желание, настойчивость. Можно научиться всему. Где вас найти? Куда звертаться? Городской дворец детского и юношеского творчества или дворец культуры «Титан» Елена Алексеева. Или же я могу оставить телефон вам. Может быть, к вам кто-то обратится. Я вам дякую за те, що приділили нам час і увагу. Я нагадаю, нашою гостею була Олена Алексєєва, керівниця гуртка авторської пісні міського палацу дитячої та юнацької творчості. Одразу після випуску новин у студії «Акцентів» з'явиться Юрій Ральцев, заступник начальника відділу комплектування та призову обласного військового комісаріату. Розкаже, де і чому вчитимуть запорізьких резервістів. Потім обіцяла приєднатись до ефіру Оксана Гусак, завідувачка науково-методичним центром міського департаменту освіти і науки, і розповісти, скільки нових комп'ютерних класів з'явиться у запорізьких школах. Тож долучайтесь до ефіру вже зараз, запитуйте експертів про те, що вас цікавить. facebook.com, телеканал Z, наша адреса у соцмережах, пишіть туди або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. А про те, якою була п'ятниця, розкаже Євгенія Щеніна.